Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем концерт Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Надежды Надеждиной. Художественный руководитель и главный балетмейстер, народная артистка СССР, кавалер орденов за заслуги перед Отечеством, лауреат премии правительства Российской Федерации, профессор, академик Мира Кольцова. В программе концерта вы увидите танцы в постановке героя социалистического труда, народной артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР Надежды Надеждиной и Миры Кольцовой. Русский девичий хоровод «Березка». Thank you.
Танцевальная сцена «Карусель». Хороводный танец «Узоры».
Праздничная плясовая. Thank you.
хороводный танец «Сударушка».
Русский танец «Тройка» исполняют Валентина Николаева, Артем Михайлов и Артур Шарафутдинов. Хороводный танец «Воротца» солистки, заслуженная артистка России Ксения Журавлева и Ольга Логинова. Thank you.
«Балагуры». Thank you.
Старинный русский вальс «Березка», солистка Людмила Григоревская. Темный, дорогий,
Закончилось первое отделение концерта «Антракт». Начинаем второе отделение концерта «Северное сияние». Thank you.
Танцевальная сцена «Холостяки». Солисты – заслуженный артист России Николай Зиновьев и Андрей Толстяков. Зима вчера задумала, чего затеяла. Все пути на Холмогоры замела, завеяла. Нам по сердцу холмогорский веет свежий ветерок. И усталости не зная, с неба падает снежок. Ах, зимушка холодная, Двинская, падают снежиночки друг друга догоняя. Зимушка холодная, Двинская, падают снежиночки друг друга догоняя. Здесь у нас в деревне русской песни улицы полны. Если были мы женаты, сразу к тёще на блины. Мы в гостях сыграем песни, заведём весёлый пляс. Только жаль, не приглашают в этот вечер в гости нас. Ах, зимушка холодная, Двинская, падают снежиночки друг друга догоняя. И для нас наступит праздник, подождем холостяки. Пусть метелица нагрянет, будет снежно на полях. Здесь невест хороших много, нам не быть в холостяках. Ах, зимушка холодная, Двинская, падает снег. Гоняя.
хороводный танец «Прялица». Thank you.
ямщики. Oh.
Девичий хоровод «Цепочка». Thank you.
Танцевальная сцена «Русские сувениры». Исполняют заслуженная артистка России Ксения Журавлева, Марианна Горчакова, Ольга Логинова, Валентина Николаева и Андрей Тихонов. Thank you.
«Сибирская сюита», премьера полной авторской версии. Thank you.
Thank you.
На сцене художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля «Березка», народная артистка Советского Союза Мира Кольцова. Оркестр русских народных инструментов ансамбля «Березка». Главный дирижер – народный артист России Леонид Смирнов. Наш концерт окончен. Мы благодарим вас за внимание и ждем вас вновь на этой сцене 27 января. До новых встреч!